В преддверии рождественских праздников в Орском историко-краеведческом музее открылась новая репродукция под названием «Русская икона». Давно хотели выставить наши иконы в связи с приближающимся Рождеством. Мы просто сменили экспозицию в этом зале выставочном. Основу этой коллекции составил 21 предмет. Это иконы, меднолитная пластика, которые нами были закуплены у частного лица в 1991 году. Иконы интересны тем, что это предмет вообще живописи, это предмет поклонения у православных и католиков. К иконам на Руси было особое почтение. Эта икона «Николай Чудотворец с житием». Датируется она первой половиной XVIII века. Новгородская школа живописи. В центре изображение Николая Чудотворца. И в иконе в этой отражен сюжет избрания святого Николая епископом города Миры в Ликии. По легенде, атрибуты сана епископа Евангелия и амафор с белыми крестами вручили ему Богородица и сам Иисус Христос. У нас иконы 18-19 века, то есть иконы старого письма. Сейчас люди возвращаются в храм, а икона – это источник поклонения у верующих.